Хай, ну что ж, давай с тобой проходим. Дальше. Нет. Так, всего 4 предмета. Хорошо. Единственное, надо будет на танке провести этих своих чибисов. Так, чтобы никто не пострадал. Так. А для чего это метода здесь? Странненько. Я не могу. Все, сел и погнал. То сейчас пока буду ехать на танке. Никаких предметов, вообще ничего. Ладно. Поломали, да, четко? О, ты чё? Очки. А вот записка, ты смотри. Есть очки, записка. Прям сразу. Не увидел. Не усмотрел. Бля. Не сразу что-то до Педро. Блять.
нахуй. Куда ты, бля, побежал? Что такое не делал? А, есть вот ачивка. На, нихуя, сейчас битва будет. Сейчас как Нео со Смитом будет. Зараним. Нана. Ебашево. На. X. На. B. На. QTE, блядь. А. Нана. На, блядь. Вай, нана. After too many missteps and too many battles lost, Baron von Dorf was demoted and moved far from the front lines. For him, a fate worse than death. January 18th, 1917. Emil, still bedridden, beseeched Anna to travel to San Miguel to find his daughter and share the sad news of Carl's death. Anna set off immediately. Так. Блин, обожаю, мне нравится эта игра. Здесь музыка хорошая, плюс эта история. Жаль, что, блин, русского нету. Английский подтягивать не хочу. Ну, то есть, подтягивал, пытался. Но, блин, надо постоянно общаться, общение, что потом с нашим быдлом пообщайся, уже забываешь, что какие вообще слова. Я даже, ну, русификатор, блин, я поискал на одном сайте, где обычно я ищу, там нету. Девочка. Пойдем девочке поможем. Ну так-то они меня съедят, блядь. Снова эти велосипедисты, блядь. А я вот сейчас пойду. Вы жандармы не можете, а сейчас смотрите, я сейчас смогу. Сейчас. Все, что мне надо, это. Правильно. Беги. Так, тупик, да? Точно тупик? Да, тупик. Так,
Вот первый, да, предмет. Ну, блядь. Ну, хоть перекусил чутка. Погрелся тоже. Exhausted, starving, Carl realized he'd never reach Sunnyvale. His strength fading, destiny still had one more surprise in store. They were only about 20 miles from Sunnyvale when their hopes were again dashed. Что-то сирануло там. Так, а предметы, я же так понимаю, ну это все одна и та же, да? Была? Да, слава богу. Так. Ладно, мне значит наверх. А, блядь. Серьезно? Ладно. Блядь, сейчас обчихну. Простите. А, сразу за шкаф. Все. Понял. А, хуй-то там, блядь. Значит, надо просто идти, да? Так. Так, сначала сейчас там у них все посмотрим. Thank you.
Все, теперь нам на улицу. Тут что-то там пес у нас находил. А вот. Так, значит еще один, да, блин? Да, да. Сюда попай. Мастер маскировки, блядь, Карл. Шакал ебаный. Хитман, блядь, Карл. Бла-бла. Бла-бла. Кальтольпике. Сука, какие-то у вас здесь очень... Типа туда пропускают только ментов, но при этом... Точнее, только этих солдат, но чтобы, блядь, пройти, ты должен быть ментом, а не солдатом. А он вон окно смотрит. Так, все, да, предметы найдем? Да, все. Вот, блядь. В рот.
5 он едет. Бля-бля-бля. Ебать! Да ну нахуй! Не ожидал я этого. Так. Да господи. Да как... Нахуй, блять, не получается у меня что-то. Блять. Да, это было, блядь, сложно. Ну и сложно, как-то это. Управление от бочек было чуть непонятно, поэтому. Ну, третий чаптер пройден, да? Да. Четвертый чаптер. Their euphoria was short-lived, intercepted by German troops who still held San Miguel. Carl and Anna were led to the officers' quarters for interrogation. Carl was sent back to fight for the Germans, while Anna was sent to the infirmary to care for soldiers. On April 8th, the French forces launched an assault on San Miguel, an opportunity that Carl would not let slip by. Так. Ебать. Понеслась, блин, тут даже. Ага, сейчас. Ой!
А, это оккупированная эта деревушка. Так, а пароль-то я не знаю. Так, мне все надо что-то кинуть, да? Нет, яблоко, нет. Так, а где пароль? А, вот. То есть, так. Это третье. Первое, значит, внизу, это 6, потом 9 и, может быть, 2? 6, 9, 2? Давай посмотрим. 6, 9, 2. Нет,
5, потом 7 и 2. Нет, значит 3. 5, 7. О, подожди, мы сейчас флаг вывесим. А там на флаг как будто поставится, и будет все видно. Да, вот смотри сейчас. Восемь. Один. Пять. Сейчас так. Восемь, один, пять. Предмет. Вот. Ага. Фляжка, еще там что-то осталось. Бери фляжку на кухне. Ага, сейчас. О, да, блядь. Я не замечаю это. Понятно, все. Так, какой там следующий у нас? А, фляжка. Ищем фляжку. Так, куда мы пока не можем пойти? Там газ, да, очевидно. Куда? Was that Gotha?
ясно, собаку. Они дышат носом, но не ртом, собаки. Так, вот, все, все предметы собраны. Свалили? While Carl was about to finally make it back home, Freddy was joining the Canadian troops stationed at Vimy. In the sky, George, a British aviator from the Royal Air Force, was spotting the German positions for artillery support. On this day, Canadian troops led the charge. Так, три предмета. Немного. А, вот здесь сейчас нам будет это. Флаг потом. Да, вот ачивка есть. Так. Шестьдесят пять.
Так, опять монетки и еще там что-то. Бля-бля-бля.
Так. Сделать. Ну, пулемет. Ну, окей, блядь. Чего? Как? Почему сейчас сработал? А вон вверху. Все, третий предмет. So many failures and sacrifices, the Canadians finally managed to take the hill back from the Germans. Взятие вершины, ура, the United States entry into the war grew more certain by the week. The last letter from Freddy's younger brother confirmed his country's newfound eagerness to join the fight. Carl was within a few hundred yards of Emile's farm when the rumbling of the French air patrols began thundering through the April sky. Так, ну-ка, здесь что у нас? Четыре предмета. Ну давай, давай, бежим сразу. Чё уже что-то? Делать перерывы, давай, пройдем. Верга. Thank you.
Открой, блядь. Мне же его никак не провести, да? Наверное, взяться за ручками. Это я сделал, блядь. Или это вот подсказки такие. Наверное, все-таки мне надо опять наверх поднять. Все-таки он, наверное, должен быть на рычаге. Нет. Не знаю, что да как. Кстати.
Так, есть два предмета, да? Так. Эй, вот! Вот! Так. Auf, auf geht's! Да господи! Иди туда. Теперь дергай это. Иди туда. Какой-то вольт, блядь, ты ебанутый нахуй. Бесишь меня. Понятно, что без него никак не могу. Но... Блядь, хочется его уничтожить. Только так, да, проходит? Только... А, блядь. Куда ты, блядь? Чё, блядь, с ним не так? Куда мне вообще, блядь, идти? Блядь, господи. Чё за хуйня, блядь? А, ну ёбаный придурок, смотри, что мне надо было сделать. Отойти сюда, потом... Вот так. Ебать, что-то я вообще не догадался, идиот тупорый. Так, теперь опять ставим. Идем. Так, а предмет у нас осталась трубка, чуть кофе. Так, а что мне сделать-то, блядь? Чё-то я уже... А! Вот есть трубка, всё. Предметы найдены.
меня такой спасатель, они бы уже давно умерли там. Смотри! Малой даже не знает, что его папа не мог еще заорать, папа. April 16th, 1917. Emil was still sick. But the general needed every soldier who could stand to launch his big offensive. Once again, it was to be the battle that would bring an end to the war. Вот а чего ты сраный? Куда поток обата? Ладно, сейчас вот может прерваться, потому что уже достаточно поиграли, прошли. Чего тебе доброго?